рахматлый дадам. Боксу больше не дадам. Мой покойный отец очень хотел, чтобы я занимался боксом, тогда как я сам интересовался футболом. Были времена, когда я спал с футбольным мячом под подушкой, собирал плакаты игроков и их наклейки. Я до сих пор интересуюсь футболом. Это спорт, который я люблю с детства. Мой покойный отец сказал мне: «Сын, что ты будешь делать в будущем, если выберешь футбол? Тебе надо стать боксером». И я начал заниматься боксом. На первом курсе прошло соревнование, чемпионат Узбекистана. Мне сказали, что если я займу место, то я буду учиться на бюджетной основе. До этого я учился на контрактной основе. И были моменты, когда я каждый день питался салатом на хлебе. Денег не было, еды не было. В итоге я занял второе место на том соревновании, и после этого началась моя карьера. Моя цель – выиграть чемпионский пояс. Мой следующий бой состоится 10 июня в Соединенных Штатах Америки. Мой соперник достаточно сильный и серьезный. На данный момент он числится в рейтинге 50 лучших мирового бокса. Бой будет проходить 8 раундов. Во-первых, человек должен верить в себя. Мы должны ставить цель и верить в себя. По инициативе нашего президента открывается школа имени Бахадыра Джалолова. Я хочу тренировать там будущих олимпийских чемпионов. Наша цель, чтобы в этой школе были только чемпионы.